Здравствуйте! И это рубрика «Рисуем дома». На прошлых занятиях мы с вами учились тонировать акварельными красками листы бумаги. Помните? Вот они. А теперь давайте вспомним, что можно доделать рисунок, дорисовать деревья, получится пейзаж. Но я вам говорила, что можно еще сделать аппликацию. Вы снимаете? Сегодня мы с вами увидим вот такую бабочку. Посмотрите, она сделана в технике мозаика. Для этого я подготовила листок бумаги. К сожалению, дома у меня не оказалось цветного картона. И пойти купить его сейчас нет возможности. Поэтому я просто раскрасила листочек черной краской. Складываем листочек пополам. И вырезаем бабочку. Можно вырезать бабочку разной формы, разного размера. Крылышки можно сделать простые или узорные. Мы складываем для того, чтобы бабочка получилась симметрично. Можно сначала нарисовать простым карандашом, если вы боитесь испортить. Это не страшно. Так, обязательно усики. И у нас с вами получилась вот такая бабочка. А теперь возьмем затонированный листочек. Вот он. И нарежем мелко. Можно нарезать произвольной формы. Треугольнички, квадратики, многоугольники. Неважно. Можно сделать потрудней. И нарезать кружочки. Так. Складываем листочек несколько раз. Для того, чтобы вырезать сразу несколько кружочков. Или овал. Вот они у нас получились. Они получаются все разные, потому что бумажку мы затонировали в произвольном порядке. Вот так. После этого мы берем клей ПВА. Дети нам могут в этом помочь. Они могут либо намазывать заготовку, либо приклеивать. А еще лучше, если вы будете делать свою бабочку. А ваши дети свою. Приклеиваем заготовки в центр крылышка и где туловище. Из таких маленьких кусочков можно сделать глазки, носик и рот. Дальше мы с вами берем белую гуашь или белую акварельную краску и тоненькой кисточкой можем доработать нашу работу. Нанести по краю мазочки. Маленькие, либо точечки, либо пятнышки. Это сделает работу более интересной и графичной. Потому что черный цвет, яркие кусочки мозаики и белые акценты делают работу неповторимой. Эта бабочка у нас в теплых тонах. А можно сделать бабочку в холодных тонах. А можно намешать разные-разные краски, сделать большую-большую палитру цветов. Бабочка будет еще наряднее. Так можно украсить не только бабочку, можно сделать заготовку, вазу, посуду или платье. Творите, фантазируйте. До новых встреч!